Да йоу, короче, мы сейчас сидим в метро и я реально охуеваю, ну, то есть, ну, Керри реально, Керри переворачивает страницу не слева направо, а справа налево, я вообще не понимаю, как это вообще работает. Дядька, что скажешь? 0-2, здесь юрец, ёпта. Все, мы нахуй вагон приехал, мы поехали на Акихабару. Это электронный мир. Эй, йоу. Кстати, до боли знакомые 4 буквы, просто мое кустанайское счастливое детство. И телевизор Sharp такой, знаешь. Sharp. Маленький такой. Это потом уже всякие панасоники пошли тудым-сюдым. Эй, йоу. Ну, в общем, ты попадаешь сейчас. Сейчас будет справа красивое чувство, да? Что-то типа такого. Сейчас будет справа-слева. Какой-то он светится, этот фонарь. Я, правда, нихуя не вижу здесь, но ладно. Короче, мы погнали играться в Сегу. Эй, йоу, сейчас, короче, сейчас, блядь, нормально попырим, короче, да? Дядька, да что, блядь, на кнопку, йоу? Какую? Аста. О, шит, медали. Нормально Керри стили. Эй, йоу. Все, он закончил, он уже приехал. Выбираешь, какой фырить, да? Да. А приорик есть черный? Нажми на кнопку. Блядь, я нажимаю на эту кнопку, раз заеба. Скажи, лес. После левую. Вот здесь. Блядь, сейчас будем газовать жестко. Вставай, блядь. В общем, мы поняли. Эй, йоу. Ямамото что делает? Вот еще Ямамото. Он в перчатках профессиональных, вот этот Керри, посмотри, что исполняет. Он тут ночует возле этого автомата. Нормально стилят Керри. Слушай, вот это молодец, да? Не первый год в Керри. Что-то он, блядь, коробку спорт переключил Керри. Ладно, пойду бабок сниму. Дело в это снять. Братишка, дай 100 гривен на поиграть в автомат какой-то. Текен. Сейчас будем рубиться в Текен. Подожди, как? Чувак, ты сними какие-то кнопки, блядь. Это реальная тема. Будьте здоровы. Киберсет заряжает на свечи делают, вообще, блядь. Киберсет нормально заряжает там. Конкретно полицейский. Там тоже дядя вот на опыте. Панду гасит, понял? Я думаю, что он на скилле, этот дядя. На том, что... Сейчас размотаем этого старичка. По мазафакеру подъехали. European motherfuckers. Опа. Ты слышишь, старый, я говорю, о, ничего себе. Даже поколдовать мне не даешь, что сделал. Сейчас тебе покажу реально, как пацаны на химаше делают. Сотики отжимали 2005. Давай. Сразу, блядь, сразу нахуй просто. Гасилкин. Сразу. Старый, блядь, сюда капусту папе. А то ремнем по попе. Что делает? Слушай, старый-то, конечно, тоже не лыс. Я ему сейчас ему накидаю, блядь, вещей. Нахуй. Свободен. От Керри вот рядом с нами сидит, короче, братишка, стиральным порошком фонит жестко. Я не знаю, может, он тут где-то это, параллельно стирается, я не знаю. То ли Дося, то ли АОС, блядь, непонятно. Или, может быть, конечно, Тайдом, но... Не уверен. Что-то пошла какая-то размотка непонятная. Дядя, надо успокоиться. Ух ты, ё. Давай. Нет, тут что-то жестко мне выдаёт. Мимо кассы, мимо. Опа. Салам налоговая. You win. Я выигрываю катку за каткой, я уже 5 подряд выиграл. Опа, нифига, зацени какая. Казуми. Это... Final stage, все, блядь. Сейчас будем ее мотать и получим золото. Ремнем. Что это с русскими? Деньги, сэр. Я смотрю, ты на опыте, водичку попил, присел. Ну, все нормально, зацени, дорогие. Приколы. Star Wars. На опыте, а я вот.
короче, прямое включение специально для пацанов с Мачарского стрит. Смотрите, как Керри футбол катает. Манджукич забил, смотри, Манджукич забил. Хорош. Смотри, смотри, какой. Бам, справа я в шестерочку был. А, если там Керри задумался. Без вариантов. Вот так вот, работаем. Пиздец, блядь, 6 этажей, нахуй, и такие вся улица просто этими автоматами забита. Йоу, короче, зацените, чуваки, какая маза. Он просто берет карточки, вот так вот выставляет их на поле, и, блядь, эти игроки за него катают, то есть там это. Ты можешь ему сказать, что я хочу снять, чтобы он не переживал? А он не будет очковать? Если будет очковать, то я ему сообщу. Зацени мазу, блядь, я вообще в ахуе полном. Йоу. Ищем заряженного, чтобы спросить, как играть в это. Я просто пахаю в полнейшем. К креветочкам жареным относишься или к кальмару жареным? Мы заказали уже лосось, блин, с рисом. Я для себя, сейчас я сам зачем. Выбираешь, поебывайся. Короче, вот такое меню, цените ничего, не чисто iPad убили и рассказывали. Не, это слышит, братан, только рыба, походу. Ну ничего, рис можно отдельно докинуть. Чисто вот рыбу, блядь, расшинковали и положили туда. Эй, йоу. Рыбу будешь кушать? Заказал же я. А, прости. Что-то меня это. Ты что-то путаешь, блядь. Тебе надо поправить здоровье, братан. Он уже не просто так принес, слышишь, старичок. Давай, это сначала ты отдай, что ты так нервничаешь, как будто немножко. И ладуши. Саламу таможне. Братан, он говорит, уже слышишь, надо что-то выбирать тебе, по-любому. А. Работаем. Так, а я что? Еще, короче, меня прикалывает такая маза, что все идут, ну, по левой стороне, да, а навстречу по правой, то есть наоборот же движение здесь, это вообще жопа, блядь. На эскалаторах метро тоже, то есть стоишь, если справа, то надо как бы отходить, потому что не все идут справа, ну, короче, вы поняли. Что еще? Рожа у меня, конечно, уставшая. Просто каждая вторая просто срисовывает, блядь, меня, вон Стасяна просто палит, блядь, на меня, как будто я откуда-то с другой планеты прилетел. Ну это, в принципе, нормально. Так и есть. Так и есть. И еще тут, как сказал Стасян, очень много филиппинцев, китайцев, блядь, этих, тайцев, кого еще? Вьетнамцев. Короче, они все вьетнамцев, короче, они все, вот для меня они все одинаковые, я думаю, что это все японцы, но вот Стасян, пожив здесь, как бы уже выкупаю, где китайская рожа, а где японская. Вот так. Так что... Да, за все время увидел, наверное, 5 арабов пока. За 3 дня всего 5 арабов, не более. Не более. Русских несколько человек и французов. Все, больше никакой нации не видел. Пока что. Нет, ты видел, но ты не покупал. Да. Короче, все нормально, мы живы-здоровы, сейчас будем дальше семафорить. Судя по моим пешкам, мы немножечко устали, нам надо передохнуть. Get your damn hands up. Get your damn hands up. Get your damn hands up.